проснулся. В эфире проект «Встречай Новый год вместе с Вести», ведущая я, Анастасия Стародубова. В преддверии Нового года каждая хозяйка задает себе вопрос, что накрыть на стол. Новогодние блюда должны быть необычными, а самое главное – вкусными. К тому же, как правило, в новогоднюю ночь в гости приходят родственники и друзья. И задача каждой хозяйки – сделать так, чтобы ушли они от вас сытыми и довольными. Шеф-повар известного ресторана в Абакане поделился с нами секретом приготовления новогоднего блюда. Здравствуйте. Как известно, 2015 год – это год козы. Чтобы задобрить символ наступающего Нового года, на столе должны быть много зелени и овощей. И я хочу предложить вам поставить на стол салат со свеклой и козьим сыром. Для этого нам понадобится лист салата, оливковое масло, соус песто, кедровый орех, печеная свекла, руккола, красный лук и непосредственно козий сыр. Для этого нам нужно порвать лист салата, часть порвать, а часть меленько порезать соломкой. Также порвать руками рукколу, смешать ее с листом салата, режем тонкими перьями лук, смешиваем с оливковым маслом, добавляем кедровый орех и часть печеной свеклы. Оставшуюся часть свеклы укладываем на дно тарелки. Салат перемешиваем и выкладываем поверх свеклы. Затем оставшуюся часть салата резаного укладываем сверху, перчим, поливаем соусом песто вокруг. Выкладываем по кругу козий сыр. Все, салат готов. Приятного аппетита! Новый год – это прекрасный повод продемонстрировать новые яркие наряды. Миллионы женщин уже сейчас подбирают новогодний костюм, чтобы он был не только модным, но и принес удачу в будущем году. Во все времена и народы самым верным и наиболее уместным вариантом для любого торжества считалось платье. Хозяйке 2015 года бирюзовой козе по нраву придутся платья в сине-зеленых тонах. Покровительница грядущего года любит блеск. Если вы считаете, что сверкающее платье является слишком броским, выбирайте одеяние с вкраплениями блестящего декора. Коза вообще не равнодушна к зеленому, потому в данном оттенке платья на Новый год просто идеальны. Однако модными новогодними наряды 2015 года могут быть и красные, золотые, белые и даже синие. Шикарно будут смотреться платья на Новый год, изготовленные из бархата. Бархат является отличной альтернативой блесткам и стразам. Так мнение придерживается модные издания. Следовать им или нет, каждый решает сам. Мы же советуем, смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1». Встречайте Новый год вместе с Вести!